Всем привет! Сегодня мы приехали в город Подольск, в Центр развития личности «Галилео». Денечка, поздоровайся с своими друзьями. Привет, привет. На каком вы канале? И где мы сегодня находимся? Нет, это не галерея, Дэн. Это «Галилео», Центр развития личности в городе Подольск. Мы приехали узнать, что такое ментальная арифметика. Сейчас нам тренер об этом расскажет немного. И мы попробуем провести с Дэном вводное занятие. Денюш, будем заниматься ментальной арифметикой? Будем. Ну, погнали тогда. Всем привет! Мы находимся в городе Подольск, в Центре развития личности «Галилео». Я хочу представить вам Наталью. Она сертифицированный эксперт по ментальной арифметике и детский тренер данного центра. Сегодня мы будем вести разговор про ментальную арифметику. Наталья нам вкратце расскажет, что этот термин означает и что это за такая наука интересная. Ментальная арифметика – это уникальная разработка из прошлого, в принципе, по развитию умственных способностей детей и взрослых, потому что борется она еще и со старческими болезнями. Преподается ментальная арифметика детям с 14 до 12, когда идет активное развитие мозга и способствует развитию двух полушарий, левого и правого, и синхронизации развития этих полушарий. Плюсом, бонусом идет это быстрый счет в уме, то есть ментальный. Но самое главное, что дает ментальная арифметика, это концентрацию внимания, фотографическую память, это развитие каких-либо других спящих способностей детей. Получается, что для детей раннего возраста данные занятия не предназначены, или все-таки детишкам с пеленок уже можно как-то начать показывать и, может быть, как-то подготовить к данным занятиям? Ну, подготавливать детей вы, конечно, можете, потому что устный счет, да, обратно, сначала сети, потом дальше. Это будет именно та подготовка к ментальной арифметике, которая даст возможность ребенку не заниматься. Но в основе ментальной арифметики лежат составы чисел. Поэтому пока ребенок не освоит состав числа, ему будет сложно понять, что от него хочет тренер. С 4-летками, в принципе, методика рассчитана и на 4-летних детей, но с ними работает отдельно. Сначала мы учим считать, сначала мы учим узнавать цифры, числа, а потом уже все остальное. Поэтому идет направленность на 5-летие, если ставить самый ранний возраст. Наталья, расскажите, пожалуйста, откуда вообще взялось это модное веяние и вкратце историю данной темы? Ну, ментальная арифметика к нам пришла с Востока. Есть несколько версий, откуда оно к нам пришло, но основоположниками это были китайцы. Сначала у них была просто доска, посыпанная песком или мелкой пылью, и на ней они палочками или руками рисовали там цифры. То есть был такой счет. Это было около 5000 лет назад. Потом она усовершенствовалась. Китайцы назвали это абакусом. Японцы усовершенствовали, назвали сарабаном. Новаторская методика была придумана Торпом. В основу он взял то, что было придумано японцами, китайцами 5000 лет назад. Теперь давайте, наверное, на примере уже рассмотрим, как проходит занятие по ментальной арифметике. Сначала проведем занятие с более старшим ребенком, потом с малышом помладше. Посмотрим, как это все выглядит на практике. Конечно. У нас есть маленькие бабушки. Каждый индивидуальный, на котором работают дети, старшие и младшие группы. А есть еще большой демонстрационный абакус,
Дети на нем очень любят работать, потому что косточки большие. Работая на таком абакусе, тренируется еще мелкая моторика, потому что они рельефные. Да, и это намного интереснее. Это все у нас происходит в виде игры. Вот у нас Максим. Максим. Давай. Начинаем мы всегда работать с правой стороны, по правую руку. Это у нас стержень, который отвечает за единицы, это за десятки, это за сотни и так дальше. Эта косточка у нас всегда 5, 50, 500, да? Неизменная величина. Давай, Максим. Максим учится недавно, всего 2,5 недели, но у нас уже есть кое-какие результаты. Хорошо? Максим, набери мне, пожалуйста, на абакусе 15. Молодец. Обнулим. На этом абакусе мы работаем двумя руками, потому что он большой, расстояние большое, детям не очень удобно. На индивидуальном абакусе мы работаем с правой стороны и левой рукой придерживаем, работаем только вот этими двумя пальцами, большими и указательными. Максим, сделай мне, пожалуйста, 25. Нет, Максим, 50. 20, 5. Хорошо, отними 10. Сколько у тебя получилось? 15. Обнули. Сделай 60. 60, Максим. 60. Добавь 5. Сколько получилось? 55. Обнулим. Первый результат успеха вашего ребенка, который обучается ментальной арифметике, будет виден через 1,5-2 месяца после активных занятий. Что такое активное занятие? Это один раз с тренером, один раз в неделю с тренером, 1,5-2 часа и каждый день 15-20 минут. То есть все зависит от ребенка и от родителя, от вашего желания достичь каких-то результатов. Еще у нас в работе есть флеш-карты вот такого вида. Здесь у нас бусины, абакус, а здесь ответ. Так. Сколько? 25. Ответ. Давай. Сколько? 18. Не забывай. 18. Правильно? Молодец. В общем, первые несколько недель мы занимаемся только набором чисел, потом уже приступаем к вычислениям, к простому сложению и простому вычитанию. Все проходит в виде игры, мы используем логические игры, мы используем игры с мячиками на координацию. Каждых 15 минут у нас смена деятельности, поэтому скучно не бывает. Через полтора часа выходят все веселые, уставшие, довольные. В общем, ну, это 4-5-летние. Это 5-летние. Это 5-7. Четырехлетки идут отдельно, у них немножечко поменьше идет по времени занятий и по-другому. Мы к абакусам пока не приступаем, мы работаем больше в сфере математики. А когда ребенок примерно начинает уже в голове представлять себе счет? Через 1,5-2 месяца, в принципе, мы уже приступаем к ментальным картам. То есть мы уже закрываем глазки, начинаем представлять абакус, начинаем уже работать руками в воздухе. Понятно. Спасибо. Сейчас попробуем второе занятие с малышом. А теперь давайте попробуем познакомить Дениса с таким инструментом, как абакус. Денис, давай. Как тебе? Посмотри, какие красивые. Видишь, какие красивые? Прыгать. Давай, можно покрутить. А лучше поднимать. Смотри, вверх, вниз. Гуляют, да? Бусинки наши. Вот как. Молодец. Ну, левое, правое полушарие работает. Обе руки. В таком вот все самое главное. Да, здесь синхронизация. То есть в 2 годика, конечно, еще рановато.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Молодец. 10. Давай. Вот. Давай поднимем все вверх тогда. Молодец. Очень хорошо, да? Вот вам первое движение ментальной арифметики. Работать большим пальцем. А второе движение какое? Работа два пальца. Большой и указательный. То есть они когда же считают ментально, да, они подставляют, этим держат, как будто бы бабушка, а вот этими работают правая рука. Вот они вот так это подставляют. Я не знаю, для меня это уровень Бог, честное слово. Потому что я ментально считать не буду. Сколько бы я ни тренировалась, у меня уже нейронная связь между полушариями. То есть это надо прививать с детства. Это вот. 4 лет. Все, что вы до 12 вложите до полового созревания, все будет, останется на всю жизнь. Дальше только развиваться. Сейчас забаг не заходи. Все, это значит, что счет на Абаксе я на сегодня закончил. Отработал. Да. Друзья, мы были в Центре развития личности Галилео и знакомились с термином ментальная арифметика. Еще будем. Познакомились сегодня с Абакусом, с большим и с маленьким. Нам немножко рассказали про историю данного термина. И мы подрастем, обязательно еще вернемся к этому вопросу. Ну а сейчас мы ненадолго прощаемся. С вами был канал Baby Go. Ставьте нам пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, оставляйте полезные комментарии. До новых встреч. Увидимся в очередном интересном ролике. Пока-пока.